Также в нашей линейке представлены катки с шириной захвата от 6 метров до 12. Также с различными рабочими органами. Вот в данном случае это каток измельчитель пожизненных остатков КИПО 6. В двух экземплярах у нас производится с диаметром по ножам 615 мм, и есть поменьше 510 мм по ножам диаметр. Отличительной особенностью является прямой нож и то, что водоналивные бочки, они водоналивные, утяжеляются с помощью воды. Используется импортный подшипник ФКЛ-211, самоцентрирующийся, необслуживаемый. Рама изготовлена из трубы 150 на 100, сталь 09Г2С. Толщина стенки 8 мм. Рама одна и та же, то есть также возможно каток кольчато-зубчатый, кольчато-шпоровый. На одной и той же раме различные рабочие органы возможны. Вот как... Да. Вот как, например, вот на этом экземпляре. Это у нас призмообразные рабочие органы, спайк. Вот. То есть, как вы можете видеть, рама одна и та же, но разные рабочие органы на валах надеты. То есть, и также возможно приобретение катка, например, в таком исполнении, и к нему отдельный комплект рабочих органов КИПО. То есть, со сменой рама остается одна и та же, просто меняется рабочий орган, что намного выгоднее получается для сельхозтоваропроизводителей.